Двигаемся. Судьба зовет. Главное, голову не терять. Алекс, что такое? Два года назад я был парнем без контракта. А теперь мне говорят, что я второй Роналду. Это как сон, понимаешь? Алекс, ты восходящая звезда. Братан, все так быстро закрутилось. Вспомни, как ты справился на пресс-конференции. Какой профессионализм и зрелость суждений. Ты произвел впечатление на тренера, даже не ударив по мячу. Все, что от тебя требуется, это выйти на поле и показать класс. Примерим. Мы снова должны победить. А в Лиге чемпионов должны доказать, что наш клуб величайший из всех, какие знал этот турнир. Нам важен ударный старт в обоих турнирах. Так что за работу. Антон, добро пожаловать. Спасибо. Да. А я Джо. Рад знакомству. Алекс, это наши тренеры, будешь с ними работать. Если честно, я пытаюсь привыкнуть к тому, что я тут с вами. Мы хотим тебе помочь понять, что такое Реал Мадрид. Сперва матч 11-11. Антон и Джо будут на разных сторонах. Ты по тайму с каждым. Хорошо. Играем. Go!
Буэно. Значит, решено. Атака. Лучший способ защиты. Футбольный факт. Полностью согласен. Голы – это только старт для великого бомбардира. Умение увести за собой защитника, выносливость для прорыва, даже в конце игры, не менее важны. Алекс, пойдем. Оставь их. Новый игрок в центр. А, да ладно. Такие правила.
Спасибо. До конца игры 25 минут, и сейчас мы наконец-то, после долгого ожидания слухов и трансферных разговоров, увидим Алекса Хантера в форме мадридского Реала. Да, это должно быть особенный момент в его жизни. Он должен был перейти сюда еще прошлым летом. В результате оказался здесь только сейчас. Разумеется, он будет землю грызть, чтобы проявить себя. Посмотрим, сможет ли он усилить игру и состав нового клуба. Кросс. Рафаэль Варан. Хорошо мяч перехватили в атаке. Вперед идет атака. Интересно может быть. Иско. Бензема. Модрич. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Родриго. И пробил. Угловой удар. Мяч в Валенсии. Первый момент у них сейчас будет за долгое время, чтобы забить. Активизировались болельщики. Хороший вынос мяча из штрафной. Канте. Марко Асенсио. Карим Бензема. Марсел. Владеет мячом команда и выбирает момент для опасности. Иско! Бить надо! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Сильно пробил. Попал в спор и прошил голкипера команды соперника. В составе мадридского Реала замена. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Эзекиэль Гарай. 15 минут до конца основного времени матча. Гайя. Гонсало Гедеш. Паре. Просто невероятный перехват. По понятным причинам немногие игроки переходят из Атлетико в Реал. Однако после всех слухов мы сегодня все-таки увидим Алекса Хантера в белой форме.
так на скидку, только Уго Санчеса могу вспомнить, который сменил один мадридский клуб на другой. Но это в середине 80-х было. И да, для... Удар! Реал забивает гол! Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Замена в составе Реала. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитру. Эзекиэль Гарай. Парем. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. 9 минут играть в основном времени этого матча. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. А вот опасно может быть Гамиро с мячом. Вратарь тащит! Молодец, Тибо Куртуа. Многие бельгийские голкиперы бы здесь свою команду не выручили, а он спас. Марсело Виера. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Марко Асенсио. Антер. Нет, не дошел этот пас до адреса. Есть шанс развернуть контратаку. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Иско. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Теперь в атаке уже соперник будет. Габриэль Паулиста. Эзекиэль Гарай. Родриго. И бьет! Вот это удар! Ударище, я бы сказал. Редкой красоты. Да, и, наверное, к вратарю здесь минимум претензий. Исполнено было здорово. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 еще. Матч окончен, и Реал получает первые 3 очка в этом чемпионате. До игры одним из основных ньюсмейкеров был Алекс Хантер. Все обсуждали, будет ли он играть, попадет ли в стартовый состав, выйдет ли на замену. Ну, надо сказать пару слов о его выступлении, Константин. Ну, мне показалось, что он выглядел достаточно живо сегодня. Да, нельзя назвать идеальным дебютом. Гол ему забить все-таки не удалось, но в целом он показал хорошую игру и был полезен. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Смотрите матчи с участием мадридского Реала на нашем канале. Родриго. И пробил! Угловой удар, мяч в Валенсии. Мы говорим с Алексом Хантером, который дебютировал в форме мадридского Реала. Алекс, как ощущения? Еще с самого детства я мечтал играть за клуб Реал Мадрид. Хотел этого больше всего на свете. Вот такие чувства у меня были. Это мечта. Я счастлив. Просто на 7-м небе. Ваше волнение заметно, Алекс. И оно радует. Спасибо, что поговорили с нами. Вам спасибо. Всегда рад. До скорого.